Где и когда шуметь? Депутаты Краевого законодательного собрания накануне совершенствовали закон о тишине. Напомним, в крае он вступил в силу в январе, и практика уже выявила недоработки. Например, в прошлой редакции установлен метраж, то есть шуметь нельзя ближе 50 метров от жилых домов. Получается, что на 51-м или на 100-м метре шуметь уже можно, причем шум тоже может мешать гражданам. Это и автомобили с громкими звуками различными, и двигатели, и музыкальные. Это могут быть кафе, другие учреждения. Теперь в закон внесли изменения, ограничения 50 метров убрали и подчеркнули, что шуметь в вечернее и ночное время нельзя на улицах и общественных местах. Пока проект принят в первом чтении, на следующей сессии его рассмотрят в окончательной редакции. В том числе обсудят механизм наказания. В идеале, считают разработчики, это должно быть соглашение с полицией. Напомним, сейчас за нарушение тишины по ночам предусмотрено наказание для граждан от 500 до 3000 рублей, на должностных лиц до 10 тысяч и до 50 тысяч для юридических.